If you want to do something important, you have to take difficult tasks. But I know the club, I know the players, and I know it can be done. And that's a big challenge for me, and it's an opportunity, actually. It somehow felt like I never left Moscow. I came back, and immediately I felt like home. Сейчас вернулся Андреас, знаком всем болельщикам со стажем, некоторым игрокам в клубе. Старожилы команды испытывают к нему больше такие чувства, что ты увидел старого знакомого, да, которого ты не видел много лет. Хочется многое обсудить, но мы понимаем, что нам нужно проделать большой объем работы за очень короткое время. Unfortunately, right now I didn't have the time to talk with all the players, but definitely I'm going to have a lot of one-on-one conversations with my players. Definitely a risk, especially this late in the season. It's our last week before our first game next Tuesday, playoff game against NSA. So I've been in a similar situation with this same exact coach when I was in Turkey. So nothing new, you know, the energy he came in with today, I'm used to it, you know. Ну, у Андреаса прекрасный большой опыт, да, он был помощником много лет у Димитриса, потом в один момент, когда Итудис заболел, Андреас возглавлял команду, был исполняющий обязанности в течение недели, и Андреас проявил себя очень здорово, после этого он пошел на повышение, считаю, что абсолютно заслуженно, отработал полтора года в Галатасарае. Когда он взял команду в середине сезона, он показал хороший результат. Все, что было в регулярке, нам нужно забывать. Нам нужно смотреть вперед с оптимизмом в будущее. И будем играть здесь, в Крылатском, первые два матча. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю всех болельщиков. Понимаю, что сюда добираться не очень удобно, на игры поздно. Но сейчас самая важная часть сезона, и нам как никогда нужна эта поддержка. И особенно я, это как бы честно говорю, что игрокам приятно играть при полных трибунах.